Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своих карандашиках для глаз и для губ от фирмы Jade. Есть такие, которые называют Jade, JD, как кому нравится. Вот начнем с этого милого карандашика. Почему вдруг я решила сделать видео? Потому что они у меня уже заканчиваются. Этим карандашиком уже очень-очень-очень много лет. И тем не менее, они в шикарном состоянии. Посмотрите, вот, например, если это был оригинальный размер, насколько... Вот, он есть, сейчас мы посмотрим. Смотрите, буквально половина, и все, кто пользовались фирмой Jade, знают, что вот в такой упаковке уже купить карандаши невозможно, потому что их уже в такой упаковке давным-давно не выпускают. И начнем с синенького карандашика под номером, вот под номером 03 написано, что это гипераллергенные карандашики, сделанные в Италии. Так вот, мило, это карандаши, которые надо точить не автоматически. Такой вот милый цвет, темно-синий, очень хорошо держится на глазах, как и с тенюшками, так и без. Более короткий, сразу видно, какие карандаши больше используются. Коричневый карандашик номер 02. Вот насыщенный, красивый цвет. Они не блестящие, нету тут никаких блестинок, ничего. Очень хорошо держится. Прекрасные цвета. Следующий карандашик у меня сиреневого цвета, номер 15. Вот тут вот видно цвет, у него немножко у меня больше. Так, у меня есть еще другой фирмы карандаши, но это уже отдельная история. Вот так вот он выглядит очень симпатично. Под светло-сиреневые тени, под темные, под любые. Этот карандашик у меня длиннее всего. Цвета туркиз. Такой, не знаю, морской волны. Номер 19. Я его обожаю, просто такой цвет. Обожаю такие цвета. Если вы смотрели мое видео про фирму Caroline, я рассказала про свой карандашик туркиз от фирмы Caroline. Вот мой серенький карандашик. Его осталось совершенно чуть-чуть. Номер 06. Такой вот. Красивый, темный. Это не светлый, это темный цвет. Вот. И на этом все мои карандаши для глаз, которыми я пользуюсь. Вот у меня еще и лежат два карандашика про запас. Как вы видите, они уже в другой упаковке. Коричневый номер 309. И номер 223 синий. Ну, как видите, вот они сейчас вот в такой упаковке выходят, которая не точится. Совершенно новый. Давайте посмотрим рядышком. Цвет возле цвета. Он буквально то же самое. Может, чуть-чуть-чуть-чуть светлее он. Вот. И синенький карандашик возле синенького. Вроде бы тоже чуть-чуть такой более. Цвет немножечко отличается. Но опять же, может быть, из-за того, что этим карандашам уже много лет, а это более новые. Я их купила про запас, но так ими не воспользовалась, так как мои вот эти карандашики чудесные долго очень держатся. И теперь карандашик для губ. В номере 51. Вот он. Вот такой вот между, я знаю, бордово-сливовым. Ягодный цвет. Его можно чисто вот так вот сам карандаш нанести на губы, и будет прекрасно. Без всякой помады. И еще один вот в такой же упаковочке. В номере 601. Тут весь карандаш под цвет. Под цвет самого карандаша. И вот он. Более вот такой вот светло-нюдово-коричневый. Точно так же его можно нанести на губы. Полностью, без помадки. Я хочу сказать, что они не очень сушат. Они очень нежные, очень приятные, очень легко рисуются. Я практически даже не нажимаю. И смотрите, вот такой вот, можно еще более прозрачный цвет. Кто хочет более насыщенный цвет. Очень приятные. Все эти карандашики сделаны в Италии. И это все карандашики, которые у меня есть на сегодня от фирмы Jade. Всем до новых встреч. Пишите в комментариях, или вы любите фирму Jade.